неприятный факт о бесполезности менять мужчину и думать, что мне с ним просто не повезло, но обязательно повезет с другим. Просто уходя от мужчины, вступая в новые отношения, ты столкнешься с тем же результатом, с теми же проблемами и все с тем же разочарованием. Потому что любой мужчина, который находится рядом с нами, он отлично отражает все то, что находится у нас внутри. Все наши боли, все наши страхи, все наши внутренние комплексы и проблемы. И если мы не решаем эти проблемы, то почему мы ждем, что другие отношения с другим мужчиной вдруг дадут нам другой результат? Всем привет! Я скажу так, если баба бесконечно скачет в одни отношения, с одних отношений в другие, и вот так вот меняет мужчин в надежде на лучшее, во-первых, скажу, что в любом случае, зачем вам потасканная женщина, да, которая вот туда-сюда скакала? Вот. Во-вторых, если женщина в одних отношениях несчастлива, в других отношениях несчастлива, везде вот она несчастлива, 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 то, скорее всего, если вокруг воняет дерьмом, то это может быть вы обосрались. Так сказал в свое время мистер Фриман. Так вот, если такой женщине ничего не устраивает, то, скорее всего, проблема исключительно в ней, потому что она, возможно, человек действительно очень плохой, который не может ни с кем построить никакие отношения, да, и перспективных отношений тоже, то есть как семья и прочее, прочее, прочее.